сегодня с утра человек 10 мне написали, что на ЕКСМК щенок лежит. Блин, ну, у меня ни передержки нету, ни денег нет. Ну, блин, я не могу тебя так оставить, маленький. Я тебя заберу, да. Поедем. Ты поедешь, и еще один поедет. Честное слово, я извиняюсь за мат, но... Все, не бойся. Все, забрала. Малыш. Ну, крепенький такой, хороший ребенок. Держится. Отпусти. Имеет обломок, как будто он локализуется. Также по воздушно-крестцовое сочленение лопнулось. Это уже два перелома с одной с правой стороны. С левой стороны перелом шейки по воздушной кости. Вот шейка. Вот здесь она должна быть. И перелом идет по лунному сочленению таза. Значит, 1, 2, 3, 4 перелома таза. Тяжелый перелом. Нужно несколько дней ее стабилизировать, потом оперировать. Сперва, так как это политравма животное, нужно подготовить к оперативной задаче. Мася. Мася приехала к клинику врача. Сейчас нам сделают повторный снимок. И скажет, нужна нам операция. Или все-таки пускай так заживает. Хирург нас оперировать отказался. Потому что мы потихонечку встаем, но падаем. Не, на самом деле не поэтому. Ну, в общем, там два хирурга, два мнения. Один говорит, надо оперировать. Второй сказал, оперировать не надо, потому что собака молодая. В общем, вот такие дела. Сейчас будем ходить на приемы, получать уколы. Ушко тоже гематома. Конечно. Не больно было? Нормально. А вот кто тут со мной. Мартин. 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 Я здесь. Теперь на прием у Сеньки. Купили все необходимое, ошейник, поводок, миски. Так что Мася у нас будет, не будет больше маяться, да? Она у нас поедет домой. Вот она у нас уже встает, ходит. Мартин. Вот мы с Мартином приехали за ней. Все у нас хорошо, да? Мася, Мася, Аня, Мася, чем я такая девочка? Девочка такая хорошая. Да, счастливая тебе повезло. Увидела эту собаку, подумала, что это Масяня, позвала ее, говорю, Мася, Мася, она ко мне побежала, хвостом повиляла, но на самом деле это не Масяня, хотя такая же пухленькая, упитанная, как моя Масяня. Ну, в общем, на 3 дня у этой девчонки есть передержка, но она очень ухоженная, прям блестящая, вся такая красивая. И морда тоже широкая, как у Масяни. Тоже может помнить какие-то лапы. Кто тут у нас? У нас тут Мася. Мася сегодня едет домой. Да, отличная новость. Мася, Масяня едет домой. Да, я говорю,
в семью, она будет сейчас в дом. Милая хулиганка. Да? Посмотри-ка сюда. Моська. Моська. Сам выйдет. Похудела. За эти дни, пока на улице была. Она же такая пухляшка. Да, они ее потеряли.